Президент Алан Кагулоев встретился с министром внутренних дел по Республике Северная Осетия Аланья Демяном Лаптевым. Глава государства поприветствовал гостей и отметил положительные результаты в совершенствовании деятельности правоохранительных органов, достигнутые путем плодотворного межведомственного взаимодействия. Сегодня в такой непростой период времени есть очень серьезные вызовы, когда силовые структуры работают сообща, налаживают взаимодействие. Одной из главных проблем президент обозначил незаконный оборот наркотиков. Это наша общая беда, поэтому мы должны приложить все усилия максимально, чтобы это искоренить. Демян Лаптев со своей стороны поблагодарил Алана Кагулоева за приглашение. Я очень рад встрече сегодняшней. Для меня это большая честь. Безусловно, важное направление, которое вы отметили. Конечно, нужно в рамках медиа действовать. Конечно, самое главное, это и оплотом стабильности и безопасности на Южном Кавказе является, конечно, сотрудничество между Российской Федерацией и, безусловно, Южной Осетией. Северная и Южная Осетия – братские республики. И мы не только готовы, мы обязаны взаимодействовать. Однозначно, работа будет конструктивной. Направление, которое вы обозначили по незаконному распространению наркотиков – это самое главное, это страшное зло, которое губит и наше подрастающее поколение. Мы готовы работать и взаимодействовать в этом направлении, заверил министр. Алан Кагулоев также поднял вопрос о растонировании автомобилей с южно-осетинскими номерами в Северной Осетии. Далее встреча продолжилась без представителей средств массовой информации. Анжела Кукоева, Тамерлан Кусраев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.